Привет! Вы на канале Ника Шоу, с вами снова я, Вероника Мазур. Ну а прежде чем мы начнем это видео, потратить одну секундочку и не забудь нажать на красную кнопочку подписаться, чтобы не пропускать новые актуальные промокодики и бесплатные робуксы. Первый раз смотришь мое видео, если да, то знай, что я периодически провожу раздачу робуксов. Следующая моя раздача робуксов будет при достижении каналом 40 тысяч подписчиков, так что подписывайся на мой YouTube канал, скидывай это видео другу, пусть тоже подпишется, чтобы раздача робуксов настала быстрее. Ну и конечно же не забывай вступать в мою группу NSVT, чтобы в дальнейшем, если ты выиграешь робуксы, не ждать потом 16 дней. И в этом видео комментарий дня от фаната Ники, которого видите сейчас на экране. И сегодня я для вас подготовила видео с новым промокодиком в игре Pet Simulator X. Да, конечно, я знаю, что он вышел еще вчера, но руки до него у меня дошли только сегодня. Ну, в общем, думаю, об игре рассказывать не буду, игра достаточно популярная, поэтому давайте заходить, я вам покажу там рабоченький новенький промокодик. Ребятки, для тех, кто не знает, как вот так вот много перестоимцев сразу одновременно брать в бой, на поле боя, так сказать, без доната, я вам расскажу, потому что лично я об этом узнала только недавно. Вот у нас есть такая машинка голубенькая, где мы изучаем питомцев. Вот здесь мы можем зайти и увидим всех питомцев. И когда мы изучаем питомцев, получаем новых питомцев, и вот тут подписаны даже эти питомчики, мы их получаем, и потом нам открывается вот написано, сколько питомцев изучено. И когда мы достигаем новой цели, нам дается плюс одно место для питомчика. В принципе, как-то так звучит сложно, но я думаю, что наверняка многие из вас прям все яйца в стандартной локации не открывали. Лично я там походила, пооткрывала некоторые яйца, которые пропускала, поделала этих питомцев стандартных радужными и вот так вот открыла два места для питомца. Поэтому у меня вот тут сейчас можно выбрать 10 питомцев, вот. В принципе, это неплохо. Вот мне даже можно посмотреть, вот здесь питомцев куча радужных, слабеньких, но появлялось. Это я делала для того, чтобы их сделать темной материей и открыть новые слоты питомцев. Ну что, ребяточки, давайте же вводить наш новенький промокодик, но перед этим мы запомним, сколько у нас бустиков, а именно ультралаки бустов. Запоминаем, у меня их 35 штучек. Ну что, нажимаем редемщик и вводим вот такой вот код. 1 плюс 1 миллион плюс 300к. Запоминаем, нажимаем редемщик, и он у нас введен. И теперь залазим в инвентарь. У меня было 35, а сейчас у меня 37. То есть этот промокодик нам выдал 2 ультралаки. Лайки буста. Эти бусты очень нужны, ведь они повышают шанс выпадения легендарного питомца, либо более редкого питомца. Внезапный привет! И это внезапный привет, в котором я передаю привет моим подписчикам. И в этом видео хочу передать привет таким подписчикам, как Макс Гейм, А4, Даша Лобожевич, Антон Размерита, Q67FFA, Джох и Проки Ловицы. Привет! Ну что, ребятки, промокодики закончились, но я немножечко подкопила денежек, чтобы открыть вот это самое крутое яичко. Как обычно, открываем его по ритуалу. Конечно, в прошлый раз не сработал ритуал, возможно, из-за того, что я всех питомцев выбрала, но сначала выпьем зелька, делаем так вот, потом вот так сюда встаем, раз, два, три, и вот так, раз, два, три. И что, нажимаем открыть, так, и смотрим. К сожалению, обычный питомчик. Ну что, будем собирать и комоновских. Что делать? Вот он, Джелли Элиен, желейный олень, желейный пришелец. Встречайте эксклюзив от канала Ника Шоу. Собери код и получи эксклюзивные вещи в Roblox. Где-то в этом видео спрятан первый символ кода. И в этом туре я для вас подготовила эксклюзивную вещь, вот такую вот интересненькую прическу. Правила, я думаю, вы все знаете, но и напомню. Первый, кто из вас соберет все 12 символов данного кодика и напишет его в комментариях под последним видео, где я буду показывать последний символ данного кодика, 12-й символ, получит от меня кодик на вот эту вот прическу. Также будут 4 утешительных приза по 25 робуксиков. Так что смотри видео внимательно. Ну что, ребятки, на этом видео, к сожалению, подошло к концу. Я надеюсь, вам оно понравилось. Но вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. С вами была Вероника Мазур, и это Ника Шоу. Пока-пока.